Туапсе. 15 апреля. На ветру, кажется, все 7-8, а так 12 градусов, не больше. В машине сейчас ехал, показывала 10 в городе. Вот такое вот грязное море после дождей, колоссальных таких дождей. Прям не припомню что-то. Были очень сильные дожди с ветром. Вот такой пустынный городской пляж. Совсем не весенняя погода. Больше похоже на январь-февраль, именно здешний, чем на середину апреля. Всем хорошего дня, мира над головой.